Сегодня студенты третьего курса Брестского педагогического университета имени Пушкина Дарья и Николай внимательно слушают не лекцию по основам права, а депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонида Брича. Ребята пришли, чтобы задать волнующие вопросы и получить важные для себя ответы. Встреча получилась живой, так как удалось обсудить вопросы оттока молодежи за границу, проблему трудоустройства молодых специалистов и возможности подработки. Не осталось без внимания и тема политической ситуации в стране. Сегодняшняя встреча мне очень понравилась депутатам. Мне интересно было послушать его мнение по поводу молодежи, потому что этот вопрос является на данный момент очень актуальным, потому что молодежь менее доверчива сейчас государству, и нужно решать как-то этот вопрос. Данная встреча для меня с Леонидом Григорьевичем уже не в первый раз. Мы с ним виделись ранее. И как раньше, и как сегодня, Леонид Григорьевич ответил на все мои вопросы, мои, Даши, всех присутствующих. Отвечает он весьма открыто, доступно, и можно получить ответы на все, что ты хочешь. Если ты чего-то хочешь, ты этого добьешься. Власть, действующая власть может встречаться как с молодежью, так и с оппозицией. Нужно выслушивать обе стороны и приходить к какому-то конструктивному решению. Участники встречи принадлежат к двум разным поколениям. Их разделяют 40 лет. Несмотря на это, конструктивный разговор удался. И это, несомненно, большой плюс, ведь не всегда удается найти компромисс в решении проблемных вопросов между отцами и детьми. Отвечая на вопрос в общем, что волнует молодежь, я понимаю, сегодня, наверное, молодежь в сегодняшних условиях хочется все и сразу. Сегодня мало дать им образование. Нужно в период образования еще заниматься очень серьезно воспитательной работой. Не в плане воспитывать, а в плане общения с различными, в том числе государственными структурами. Сегодняшняя встреча молодежи наталкивает нас, депутатов, на то, что нужно нам менять в действующем законодательстве. Я обещаю почаще встречаться с молодежью на различных площадках. Быть услышанным и услышать каждого – главная цель работы общественных приемных. И хочется надеяться, что каждая из таких встреч будет полезной и продуктивной для обеих сторон.